У нас уже вечер, мы решили не сидеть дома, а пойти погулять, показать вечерний Вильнюс. Это к жене приехала ее подружка, наша общая знакомая, поэтому мы решили погулять. На следующей неделе начинаем дальше работать, много работы, что-то паять, дорабатывать, лазер не работает, статья не деланная, моделирование делать, ну как-то так. Будем работать и по возможности, если будет погода, еще будем путешествовать. Но пока идем показывать старый город. Всем доброе утро, и начинается оно не с кофе, а с Макдональдса, но началось оно еще раньше, отвез нашу знакомую в аэропорт, сейчас 6:30 утра, решил уже домой не ехать, потому что на 10 у меня занятия, решил поехать сейчас посидеть в Маке, чуть-чуть перекусить, выпить чай и потом поеду на работу работать. Ну и, как всегда, понедельник день на совершенном месте. А почему я решил посидеть здесь? Потому что я думаю, что универ в такое время все-таки закрыт еще. А здесь тепло, можно покушать. Как-то вот так выглядит универ в 7 утра. Никого нет, только свет горит. Здесь лампочка блымает, как в старых ужасных фильмах. Как-то так. О, кто-то пошел. В общем, мы продолжаем работать над своей докторской диссертацией. Моделируем, считаем. Ой. В общем, много работы, которую нужно сделать, промоделировать, посчитать. Ну и, конечно же, ждем студентов, чтобы показать им лабораторные работы. Сегодня у нас такие лабораторные работы. Это определение твердости по Роквеллу и по Бринелю. Разные материалы они смотрят, ищут, считают, как все правильно сделать. И модуль упругости различных материалов. Такая простая установочка, но она довольно хорошо показывает, как посчитать модуль упругости разных материалов. Это разные материалы, я имею в виду, это композит, алюминий плюс пластик, оргстекло, эбонит, простой алюминий. То есть как-то так показываем, ну и потом едем дальше заниматься своими делами. Итак, закончились у меня занятия. Есть немного времени, я решил позвонить за резину, узнать, поставить, потому что уже на этой неделе ожидается дождь. И на удивление мне сказали, резина есть, приезжай, можно поставить прямо сейчас. Потому что я покупаю, и как бы если покупаешь, то можно сразу поставить. Ну, в общем, включил сейчас навигацию на автомобиле, потому что у меня на телефоне не работает GPS. Буду ехать по старой навигации, надеюсь, она мне поможет, потому что я дорогу сильно не запомнил. А карты в машине очень старые. Ну, как-то так. Едем ставить резину чисто случайно, вот, навигации. А что касается работы, так, занятия провел, 2 занятия, все хорошо. Правда, конечно, уставший. Мы сегодня в 5 утра встали, чтобы провести нашу знакомую. И, ну, реально устал очень.
При том, что сегодня еще нужно будет до 9 вечера посидеть в универе, потому что сейчас поеду, поставлю резину, поеду, заберу жену, завезу ее в университет, и занятие у нее заканчивается в 9:30. То есть, ну, такой тяжеленький день, и завтра мне опять на 10 часов вести занятие. Как-то так. Ну, что сделать? Такой день один тяжелый, но ничего. Так, ну ладно, я поехал ставить резину. Не особо за рулем разговариваю, поэтому всем папа. Ну, как-то так папа. Вот видите, камера упала. Еще один день подходит к концу. На часах у нас уже 9 часов 10 минут. Я вот собираюсь, уже никого нет. Мне даже ставили ключи, сказали, закроешь здесь. Там одни двери закроешь, потому что уже нет никого. Чё ты так долго сидишь? А я сижу, монтирую ролик, чтобы вы посмотрели. Сейчас действительно смотрю, нет ли здесь никого. Нет, нет. Я посидел, помонтировал ролик вам, правда, еще не закончил, но скоро он будет. Возможно, немного задержкой на полдня, потому что все эти гости, все. Сегодня что? Делал свою работу, провел занятия, поделал немного то, что мне надо было. Почти сделал видеоролик, поменял резину на Рено. Почему говорю на Рено? Завтра вам все уточню. Ну и, пожалуй, все. Сейчас еду, забираю жену, и мы едем домой. Будем отдыхать, спать, потому что, ну, сколько уже реально можно просто. На сегодня день, пожалуй, закончен. Оставайтесь с нами, покажем, что будет завтра.